Всем привет, дорогие друзья! В этом видео распакуем беспроводную мышку от компании Rappu, модель 3100P. Работает на частоте 5,8 Гц. И как производитель заявляет, работает от одних аккумуляторов или батареек пальчиковых формата 2А целых 18 месяцев может проработать. Ну, в принципе, я верю в это значение, так как у меня есть аналог подороже. Здесь Rappu 3100, здесь уже идет более топовая модель мыши. Rappu, не помню какая, 47, какая-то там тоже 5-герцовая. Здесь было вообще заявлено 12 месяцев работать от одних аккумуляторов. И уже, наверное, сколько, 3 месяца я ей пользуюсь. И вот до сих пор, если будет видно, здесь еще осталось целых 3 деления из 4. Прошествием 3, по-моему, или 4 месяцев, как я ее получил и распаковал. Обзор на нее не делал, но мышка очень классная, удобная и работает вообще офигенно. Лазерная беспроводная мышь. Здесь у нас аналог подешевле. В Китае он стоит от $20, можно найти. У того же продавца, что я покупал данную вот эту мышь, можно купить и такую мышь. Но эту мышь мне дали в качестве подарка здесь у нас в Беларуси при покупке моего нового ноутбука. Я был очень удивлен, что у нас такие мышки продаются в магазинах, но на самом деле официально они здесь, можно сказать, не продаются. Все везут с России. Что меня больше всего удивило, что данные мыши стоят в Беларуси, ну, не намного дороже, чем в Китае. Тут те же самые $20-$21. И можно сразу купить на месте, не отходя от кассы. И не ждать там около месяца. Так, что у нас здесь? Депай у нас 1000. И давайте ее распакуем. Так, здесь у нас мануал. Мануал. Диска, я так понимаю, здесь нету, да? Да, здесь инструкция, как все правильно вставлять, куда батарейки, куда сам модуль Wi-Fi или Bluetooth, как она работает, я не внедрялся. Так, ладно, давайте доставать. Опа. Миниатюрный USB приемничек, да, и сама мышка. Ну, в принципе, выглядит достаточно хорошо. Такой же переключатель, on-off, включили и начинаем работать. Так, снимается она у нас на кнопку. Опа, щелчком и сразу бринкает. Так, отлично, здесь у нас уже батареечки стоят. Две батарейки Alkaline. Ну, посмотрим, сколько она проработает на этих батарейках. Конечно, система, как вставлять, тоже интересная. В данной мышке просто сзади два пальчика, и сюда можно это ставить и закрывать. Так, иди сюда, ты не отсюда. Так, ну, в принципе, интересная мышка. В принципе, думаю, собрано, знаете, так выглядит на ощупь очень приятно. Собрано, думаю, тоже довольно качественно. Так, давайте ее только соберем. Ага, вот так. Показать, как мышка водит по монитору, никакого резона нету. Остается только проверить, как она будет в работе. Ну и по удобности, ну как стандартные маленькие мышки. В принципе, удобно лежит. Сбоку у нас здесь прорезиненное покрытие. Ну, а сверху приятный пластик. Такой шершавый немножко, не совсем гладкий. Так, включено, работает. Все, ребят. В принципе, все, распаковочка закончена. Что здесь еще сказать? Больше сказать здесь нечего. Если видео понравилось, распаковки, ставим лайки, пишем комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.